Всем привет! Привет! Какое чудесное утро! Да, я всегда просыпаюсь в прекрасном настроении. Ах, я так рад за тебя, Эмбер! Хелли, не зевай! Скорее на работу! А как же! Вперед, спасатели! А мне еще нужно потренироваться в дальних полетах с грузом. Хелли, покажи класс! Пока-пока! Увидимся! Отличный день! Никаких происшествий! И у всех нас сегодня хорошее настроение! Эй, Пости! Осторожнее! Ох, ребята! Как здорово, что я вас встретил! Так спешил, что даже не заметил! Что случилось, Пости? Ты так мчишь, будто увидел инопланетянина! Ух ты! Так вы уже знаете? О чем? Ну как? У нас в городе обнаружен неопознанный летающий объект! Ничего себе! Ты, наверное, шутишь, Пости! Да какие уж здесь шутки! Я скорее уезжаю! Нужно всем рассказать! Полли! Полли! Ой! Привет, Клини! Как дела? Да какие дела, Полли! Неужели ты не слышал новость? У нас в городе появилось НЛО. Инопланетяне, возможно, решили с нами познакомиться. Вот это действительно классная новость, Клини. Чего только не придумают сейчас. Ах, Полли, это же очень серьезно. Нужно скорее спешить. Вдруг повезет, и я увижу их первой. Слышал? Как хочется их увидеть! Да ты никогда не решишься познакомиться с инопланетянами сам! Это еще почему, Мини? Что же я, трус? Не знаю, уроди, но мне кажется, у тебя может не хватить смелости познакомиться с ними лично. Я думаю, ты не права, Мини. Что ж, тогда давай сами найдем их, и ты нас познакомишь. О, не знаю, Мини, хорошая ли это идея. Что, уже испугался? И вовсе нет. Легко, только как мы их найдем? А где всегда приземляются летающие тарелки? В местах, где меньше всего людей и машин. А где у нас такое место? Ты намекаешь на лес? Но ведь нам же нельзя туда ходить одним. Вот испугался, храбрец. Ничего не испугался. Поехали. Славно покатались. А вот теперь самое время подкрепиться. Нужно быть начеку. Думаю, шутка с инопланетянами уже разнеслась по всему городу. Могут быть непредвиденные ситуации. О! Вы уже тоже слышали про пришельцев. А я хотел рассказать вам новость, порадовать. Да, нас Пости уже порадовал. Посмотрим, чем это закончится. Мини, может, мы уже вернемся? Кажется, никаких инопланетян здесь нет. Роди, неужели ты так боишься? Нет, но... Ой, что это там вверху над деревьями? Ох, пожалуй, хватит на сегодня упражнений. Можно возвращаться домой. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Ой, что это? Как же я не рассчитал топливо! Ай, я падаю! Ой-ой-ой-ой-ой, Мини! А, оно падает прямо сюда! Это же то же самое НЛО! Ай! Надо срочно звонить спасателям! Помогите! Внимание, спасатели! Срочный вызов! В лесу обнаружен неопознанный объект! Инопланетяне! Не может быть! Выезжаем! Что случилось, ребята? Там летающая тарелка! Мы видели все своими глазами! Ведите нас! Сейчас мы во всем разберемся!
О, ребята, вы так быстро здесь? Я даже не успел очнуться. Я так увлекся тренировкой, что не заметил, как закончилось топливо. Так вот он, наш инопланетянин! Роди, ты всех напугал. Но он был так похож на летающую тарелку. Ничего, Роди. Когда страшно, мы можем и не такое нафантазировать. Давайте скорее поможем Хейли. Готово! Спасибо, ребята. Привет, Мини, Роди. Можете пожать руку летающему инопланетянину. Очень рад встрече. Ну вот уж смешно. На самом деле, если бы не вы, я бы надолго здесь застрял. Спасибо, ребята, за быстрый вызов. Хоть мы и не увидели летающие тарелки, но зато помогли Хелли. Точно!